Депутаты законодательного собрания края единогласно одобрили всех пятерых кандидатов в правительство, которых на днях выдвинул новый губернатор Михаил Катюков. Так, на сессии утвердили Сергея Пономаренко на должность руководителя администрации губернатора края, а Сергея Верещагина на пост первого заместителя главы региона. Министром финансов остался Владимир Бахарь, а вот Анна Гарниц, министр экономики, лишилась кресла. Ее место заняла Татьяна Магдебург, которая училась в КГУ на том же факультете, что и Михаил Катюков. Зампредом правительства края утвердили Сергея Кузьмина. О его биографии мы также рассказывали. Во время работы Михаила Катюкова в Москве Кузьмин был его замом. Сначала в Федеральном агентстве научных организаций, а затем в Министерстве образования России.